Каждому из нас в этой жизни уготовлено место. В земле или над ней. Ничто отсюда не уходит, и ничто сюда не приходит. Нет, ты вдумайся. Твое тело может состоять из говна трицератопса. Ну и так, слово. Я вообще не сторонник, конечно, фатализма и размышления о смысле человеческого существования. Но факт никчемности траты времени доводит меня до сатирического экстаза. Вообще, я бы на твоем месте забыл о существовании интернета и вообразил свою жизнь как апофеоз. Апофеоз чистоты некого природного ландшафта. Небо, травка, ветер. Нет, ну нахуй тебе все остальное. Но чисто теоретически такие махинации в твоем мозгу могут дать тебе хоть чуть-чуть свободы. Если ты, конечно, понимаешь это слово. Подыши. А потом... Потом приходи ко мне на шоу. Мы там поговорим об этом. Я буду ждать тебя.